Всем привет, я Никита Сподарев, мне 14 лет, и я хочу вас пригласить на прогулку по окрестностям поселка Марина в поселении Филимонковском Новой Москвы. Этот маршрут я придумал для конкурса про мой район. Пойдемте вместе. В любом месте всегда интересно первым делом узнать, почему оно так называется. Вот и вы спросите меня, почему Марина? Есть по этому поводу одна симпатичная версия. В середине 16 века царь Иван Грозный пожаловал эти земли своему тысячнику Федору Степановичу Валуеву. Тысячниками называли лучших государевых слуг, коим царским указом и были дарованы земли из дворцовых земель на расстоянии 60-70 верст от Москвы. Делалось это не просто так. Проживая в ближних селах и деревнях, наиболее преданные Ивану Васильевичу дворяне могли в кратчайший срок явиться к нему. Среди подаренных земель значилось и сельцо Самойловское. В нем Федор Степанович поселил свою третью жену по имени Марья. Так получилось, что местные жители видели Марью чаще, чем хозяина, занятого государственной службой, поэтому ее имя так и привязалось к сельцу. И его стали обозначать как Марьино, Самойловская тоже. В 1571 году, уже после смерти Валуева, сельцо с деревнями было пожертвовано Чудову монастырю. Так здесь образовалась монастырская вотчина. Но красивое христианское имя у сельца Марьино осталось. Сейчас Марьино входит в состав поселения Филимонковское. Всего в поселении 4 поселка, 11 деревень. Здесь проживает больше 16 тысяч человек. Наша первая остановка – Центр культуры и спорта Филимонковское. Это его официальное название. Но многие называют его по старинке ДК Марьино. Он открылся здесь летом 1989 года. Представляете, сколько поколений юных марьинцев видели эти стены? Сегодня здесь работают более 40 кружков и секций. Наши ребята участвуют в турнирах по футболу, волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам, боксу. Также есть театр песни. Можно научиться играть на гитаре и укулеле. У нашего ДК есть даже собственные фестивали. Первый – фестиваль патриотической песни «Единство» проводится в ноябре, а второй – фестиваль-конкурс ведущих «Птица-говорун» в апреле. А еще тут расположена городская библиотека. Она была основана в 1920 году в селе Филимонки и называлась в то время «Филимонковская сельская библиотека Подольского уезда Московской губернии». Здание было каменное, одноэтажное, с железной кровлей. В 1961 году библиотека переехала в деревню Марьино Нарфоминского района Московской области, а через 17 лет отметила новоселье уже в нашем ДК. Мне очень нравится проводить тут время, читать книги, смотреть фильмы, играть в настольные игры. Наши библиотекари самые лучшие. Они объясняют, как пользоваться электронными книгами. Многие ребята приходят сюда, чтобы посетить интересные мастер-классы, подготовить школьное домашнее задание, да и просто встретиться и пообщаться с друзьями. Кстати, в нашей библиотеке я узнал много интересного про наш район. Например, про школу, которая как раз расположена рядом с Домом культуры. Сейчас мы туда отправимся. Средняя школа поселка Марьино открыла двери для первых учеников в 1982 году. Уроки, перемены, каникулы. 40 с лишним лет здесь кипит жизнь. Здание Марьинской школы по историческим меркам молодое. 1 сентября 1982 года новых учеников здесь встречал молодой директор школы Юрий Коновалов. На первой школьной линейке были молодые педагоги, которые по сегодняшний день трудятся в родных стенах школы. А спустя много лет школа в Марьино стала образовательной площадкой номер 4 школы номер 1392 имени Дмитрия Валерьевича Рябинкина. Дмитрий Рябинкин родился в Ужгороде в семье кадрового военного в 1971 году. Когда семья Рябинкиных перебралась жить в подмосковный военный городок, Дима и его брат стали учениками Ватутинской средней школы. У Дмитрия не было сомнений в выборе профессии, он решил продолжить семейные традиции. Сначала поступил в Минское Суворовское военное училище, а в 1993 году
закончил Московское высшее командное училище. 17 июня 1995 года в составе группы «Альфа» Дмитрий Рябинкин участвовал в операции по освобождению 1200 заложников в больнице города Буденновска. В ходе штурма лейтенант Рябинкин уничтожил пулеметную точку боевиков, но при смене огневой позиции был смертельно ранен в голову. За смелые и решительные действия он был посмертно награжден орденом мужества. В 5 минутах ходьбы от школы находится очень красивый храм иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Он расположен на краю опушки лесопарка. Закладка камня в основании храма состоялась в мае 2013 года. Сейчас на крыше белоснежного двухэтажного храма сверкают 3 золотых купола. На втором этаже каждое воскресенье проходит занятие в воскресной школе. Как для взрослых, так и для детей. И, конечно же, совершаются богослужения, во время которых по всей округе раздается колокольный звон. А вот мы пришли в парк Марьино. У него очень интересный дизайн в оттенках желтого и необычный вид дорожек. Дело в том, что парк на этом месте возник всего несколько лет назад и создавали его на особо охраняемой зеленой территории, поэтому большую часть прогулки у нас под ногами будет экотропа. Лесу здесь больше 100 лет, в нем есть даже деревья-долгожители, дубы, сосны, ели. Правда, большую часть их вырубили в 40-е годы прошлого века, и на смену им выросли березки и орешник. Надо сказать, что эти места всегда были популярны у марьинцев для пикников и прогулок. Но неорганизованный отдых приводил к постепенному уничтожению леса как экосистемы. Запрещать ходить сюда было бесполезно. Пришлось придумать, как организовать тут отдых и защитить природу. В итоге парк решили сделать таким, чтобы люди, гуляя, знакомились с его особенностями, ценностью и важностью всего, что в нем находится. Парк в самом деле постоянно общается с нами, рассказывает о себе. Обратите внимание на эти информационные стенды. Вот здесь, допустим, изображена карта парка. Видите, как расположена сеть дорожек? В основном они проходят по окраине леса. Только одна пересекает его почти по прямой, от улицы Харлампиева к дачному поселку на другой стороне. Все существующие здесь тропы организованы на месте самых популярных маршрутов по лесу. То есть, в местах, где люди сами их протоптали. Но теперь на месте вытоптанной почвы настил, приподнятый над землей. Мощеная дорожка здесь тоже есть, но она самая короткая. Вдоль всех дорожек высеяны разные сорта трав и высажены кустарники. В будущем они станут естественной живой изгородью между людьми и мелкими лесными обитателями. Дорожки на карте обозначены как теренкуры. Этим французским словом называют метод санаторно-курортного лечения. Для улучшения самочувствия пациенту предлагается совершить пешую прогулку по определенному маршруту. Маршруты варьируют по уровню нагрузки и чередование этапов. В парке Марьино тоже есть 3 маршрута. Самый короткий – чуть больше километра, самый длинный – больше 2,5. Но на пути здесь встречаются не препятствия, а смотровые площадки, спортивные тренажеры, лавочки, качели, детские игровые комплексы, площадки с интерактивной информацией и даже наблюдательные вышки. Важный факт. Площадки в лесу, которые расположены вдоль прогулочных троп, установлены на так называемых нарушенных участках. То есть, там, где почва леса еще раньше сильно пострадала от деятельности людей. Такие места выравнивали и устанавливали на них тренажер или качели, а землю засыпали измельченной корой деревьев. Ей уже присыпана дорожка для скандинавской ходьбы. Она идет вдоль основной тропы в той стороне парка, что тянется параллельно улице Харлампиева. Вместе с дорожками в лес пришло и освещение. Но при этом не было прорыто ни одной траншеи для укладки кабеля. Догадались, куда его спрятали? В короб под деревянные настилы. Более того, и сами светильники прикреплены к каркасу тропы.
тоже касается и камер наблюдения. Не удивляйтесь, они тут тоже есть. Прогулка по парку – настоящий квест. По пути встречаются различные стенды, часть из них интерактивные. Вот, например, стоит рама, в нее как сосиски на шпажках вставлены части стволов разных деревьев. Подходи, угадывай, где чей, а потом проверь себя. Рядом висит табличка с ответами. На следующей площадке можно почувствовать себя следопытом, отгадывать придется уже следы птиц и зверей. Ну и наконец, пришло время раскрыть секрет. Почему в оформлении парка столько теплого желтого цвета? Дело в том, что это отсылка к недавнему прошлому деревню Марьино. 1969 по 2013 год здесь находилась Марьинская птицефабрика. В 70-е и 80-е годы она активно развивалась и стала городообразующим предприятием. Благодаря птицефабрике Марьино из небольшой деревни превратилась в фабричный поселок и крупнейший населенный пункт в округе. Работая над цветовым кодом парка, дизайнеры решили, что будет здорово использовать цеплячий желтый цвет в отделке, как напоминание об истории места. И совсем не совпадение, что некоторые игровые комплексы здесь чем-то напоминают насесты. Перейдя по мостику через Юрьев ручей, мы попадаем в еще одну прекрасную зону отдыха. Она появилась почти одновременно с лесной частью парка. И, кстати, здесь тоже есть отсылка к Марьинской птицефабрике. Только посмотрите на эту детскую площадку. Она самая большая здесь и напоминает три гигантских яйца или птичьи гнезда. Еще здесь есть площадка с большими горками. И главное, много специальных мест для занятий спортом. Можно гонять мяч по футбольному полю, играть в волейбол, устраивать соревнования на турниках и кататься в скейт-парке. Ну или просто поваляться с гаджетом на шезлонге и позагорать, если погода позволяет. А мы идем дальше, и сейчас я хочу рассказать вам про расположенную рядом с Марьино деревню Кнутово, которая имеет очень большую историю. Изначально на месте Кнутовского пруда была низина, в которой паслись стада животных. Тогда местные жители решили своими силами сделать водоем. Помогала вся деревня. Через деревню Кнутово протекал ручей, образованный от родника. Этот ручей был запружен, так и был создан небольшой водоем. Чистый, из родниковой воды, площадью около гектара, пруд снабжал водой население деревни Кнутово. А во время работы Марьинской птицефабрики из него даже брали воду для полива сельскохозяйственных полей. На пруду были возможны все виды отдыха, купания и плавания, лодочные прогулки, спортивное рыболовство и отдых на берегу. В настоящее время это прекрасный водоем. Здесь собирается много рыбаков, а также поклонников семейного отдыха, просто любителей прогулок. Тут можно наблюдать за водоплавающими птицами, а недавно еще поселилось семейство бобров. Еще одно место, которое я хочу вам показать, это купели часовня святителя Николая Чудотворца. До 2015 года здесь был небольшой водоем, в котором плавали утки и рос камыш. Строительство купели под открытым небом началось в сентябре 2015 года, и уже в ноябре состоялось ее торжественное открытие. Немного позже она была обустроена. Построена раздевалка для летнего и зимнего купания. Место оборудовано лавочками, безопасными подходами и спусками к воде. А еще через 5 лет здесь же прошло освящение часовни купели святителя Николая Чудотворца. Она получилась в буквальном смысле народной. В ее строительстве и благоустройстве принимали участие жители окрестных сел и деревень. Ежедневно сюда приезжает большое число людей, желающих испить воды из источника и окунуться в холодную воду. С недавнего времени в купели можно совершить обряд крещения. На территории часовни расположены два обустроенных источника с чистой родниковой и питьевой водой. Я вам показал наши самые интересные места. Надеюсь, вам очень понравилась прогулка. Обязательно приезжайте к нам.